Так, ну вот я поковырялся в своей памяти и выковырил такую штуку. Вот здесь вот надо засовывать дополнительно еще спички, чтобы они образовывали вот такой треугольник. Сейчас покажу. Симметричный такой треугольник. Так, вот у меня треугольник-то не образуется, потому что здесь надо засунуть окошко. Обычное окошко. Окошко лучше делать из таких вот половинчатых спичек. Рассчитываю, чтобы оно было такое, как сказать, гармоничное в центре. Раз, два. Можно пока вот так просто всунуть 4 спички. Или 9 спичек, там сколько получится, чтобы они держали, не давали раздвинуться вот этим спичкам, которые будут потом такой вот стеной выступать фасадной. Ну, значит, еще сунуть. Да, приходится вот так вот еще засунуть. Здесь вариантов много. Можно засовывать куда хочешь. Вот так я рассувал. Получилось неказисто, коряво. Но это потом выровняется. Потом надо будет просто еще сюда опять-таки засунуть вот так вот спички. Тоже, чтобы они образовали треугольник. А вот сюда уже не надо засовывать. Потом вот так вот крыша получится. А вот эти спички должны быть приподняты по отношению к крайней на одну спичку, чтобы было красиво. Прямо сейчас запущу их. Не знаю, тут видно, нет. Вот это вот самое крайнее. Вот это уже повыше. Это еще выше. Это вот средняя, самая высокая. Потом ниже, ниже, ниже. Вот они на одну спичку все ниже, ниже, ниже. Вот эта часть у меня получилась. Сюда я насувал. Не очень, конечно, красиво. У меня изначально домик получился несуразный, потому что он низкий получился. Если бы он был повыше, тогда с крыши у меня было бы, да, было, нормально было бы все. Сейчас я еще сюда насую. Так, вот я наломал спичек для окошка. Эту сторону я насувал, и чтобы
не было перекосов, надо здесь сделать что-то типа окошка. Да. Лучше наломать коротенькие, чтобы они с друг друга не выталкивали. И просто вставлять их туда. Миссия этого окошка быть не только окошком, но и держать параллельно вот эти вот спички. Потому что верхняя-то она наверх ушла. Нижняя часть вот сюда отсюда не достает. И вот окошко как раз выполняет выравнивательскую такую функцию. Ну, типа окошко вот получилось. Хочется заметить, раньше в 80-х годах спички были качественнее, ровнее, красивее. Конечно, некоторые могут подумать, не умеющему танцевать яйца мешают. Но все равно раньше спички были качественнее, а сейчас они вообще некачественные спички. Ага, вот проблема вот у меня вот это вот. Сюда вот так вот не складывается, потому что здесь головки мешаются. Угу. Ну, что ж, ладно. Попробуем сейчас вот сделать крышу. Вот она вот, крыша вот так будет выглядеть. Вот так она вот. Ну, видите, вот тонкая спичка, вот брак, бревнышко. Ага, вот что-то я пропустил, тут уже перекос, сейчас подправлю. Ну вот, с горем пополам покрыл я крышу. Смысл в том, что спички рисовать вот так вот поочередно, соблюдая очередность. Головки должны быть наверху. Ну, можете вниз сделать. Вот такая вот избушка Бабы Ёшкина получилась у меня. Такая страшненькая. А? Страшненькая же, да? Вот такая вот страшненькая избушка. Ну, этим делом я не занимался, наверное, лет 20. Да, крыша ужасная. Ужасная, ужасная. Ну, смысл, я думаю, вы поняли. Главное посчитать и засунуть спички ширее, как Горбачев говорил. Тогда у вас этих косяков не получится. Здесь можно еще окошко насувать. Здесь дверь поставить. Здесь у меня вообще непонятно, что получилось.
Так. Ладно. Вот я вам сейчас покажу. В интернете вот тут их. Вот он домик. Наверняка он сделан из советских спичек. Вот. Вот еще красавец. О, какой хороший красавец. Да. А вот люди еще что делают? Это, наверное, месяц надо сидеть. Сотни коробков использовать. Сейчас хорошие спички ты не купишь. Ладно. У меня снова садится батарейка. Так, вот домик. Бабы Ёшкин. Так и назовем его. Домик из спичек для Бабы Яги. Все, до свидания.